Добрий вечір. Я дуже вдячний Володі за запрошення. Дійсно, ми з Віктором Степановичем і Володію коли-то робили, здається, три майдани, да? Три майдани. Дуже цікаві були часи. Я хочу вам запропонувати пісню на текст київського поета, вже покійного Володимира Кисельова, який все своє життя писав російською, все своє коротке життя, він помер 22 роки, він писав російською мовою, а перед смертю почав писати українські тексти. І він один такий текст написав пісню. Где с такими же ненормальными распевал песни Юра Хип, Квин, Дипен и других своих кумиров. Играли на институтских вечерах, в школах для друзей, а в основном, конечно, для себя. Эстрадная жизнь в Харькове была тогда замешана на скулёжках, халтурах, а слово «парнос», плата за исполнение на заказ, являлась самым вожделенным. И тут я, тот самый Вентрович, из любопытства попадаю на конкурс туристской песни, организованный КСП при декаде железнодорожников. Огромный зал наполнен зрителями, со сцены звучат бардовские песни, зал рукоплещет, а я задумываюсь, чем мы хуже. Нужно только что-нибудь сочинить, стихи писать не умею, музыку когда-то пробовал. Заразив этой идеей скрипача ансамбля «Борь вес на булку», я зарываюсь в мир поэзии, чтобы найти достойные стихи для еще не написанной музыки. Наконец стихи найдены, а музыка сама выскакивает из головы. Скрипач еле успевает ее записывать своими крючками, нотами, а мне проще. Я с нотами не дружу, поэтому все держу в памяти. И вот первая песня «Спасение наше друг-друге» на стихи Евгения Евтушенко. А следом «Пустите собаку» на стихи Привера. «Не трожьте музыку руками» на стихи Вознесенского. Я предлагаю послушать Сашину песню.
земле наше друг в друге, божественно замкнутом круге. В 1989 год, перестройка,
ночной звонок, Катя Копельникова говорит с тобой, будет говорить Евгений Александрович Евтушенко. Голос Евтушенко, я Евтушенко, мне Катя рассказала о вас, будете ли вы поддерживать меня на митинге? Он тогда баллотировался в Верховный Совет. Я сказал, да, конечно. Но я должен вас прослушать. На следующий день мы встретились, как говорится, он меня прослушал, и ему говорю, есть в Харькове прекрасный бард, который великолепно пишет на ваши стихи и песни. Можно, значит, чтобы он пришел? Конечно. Я позвонил Саше, взял Сашу, пришли к Евтушенко. А скрипача как раз Ира Остановицкая, он уже с ней тогда играл, она не смогла прийти, ну, видно, на работе была. И вот Саша взял магнитофон, пришли мы к Евгению Александровичу, Саша включает вот эту вот песню «Спасение наше друг другу». Евтушенко слушает, боже мой, неужели это вы с вашей бандитской физиономией? Саша выключил магнитофон и запел сам. Он убедился, да. А я приглашаю на сцену сестру Саши, Наташу Вентрович, чтобы вручить ей книжку.